Здравствуйте, друзья! Получила я долгожданную посылочку с семенами адениума. Искала, смотрела, изучала информацию. Так мне захотелось вырастить их, что я заказала сортовые семена. Хотя, как говорят, не все семена передают признаки своих родителей. Но все же стоит попробовать. Смотрите, какая красота тут высыпается из пакета. Такое оригинальное оформление. Листочки, цветочки, сердечки. Звезда даже есть. Звезда пленительного счастья. Так, посмотрим, что же дальше у нас. О, открыточка. Именная открыточка от магазина «Адениум дома». Мелочь, а приятно, конечно же. Ничего не скажешь. Так, тут семена сами. И тут тоже семена. В общем, назаказывала я себе, как обычно. Глаза заведущие, руки загребущие. Вот такой вот абессум вариегатный. Еще лавр. Ну, в общем, вы сами видите, как они называются. Адениум тоже. Еще я заказала алоэ, семечки попробую прорастить. И вот они, кстати, да, шифлеры, это бонус, оказывается. Тут бонусом тоже какие-то семечки докладывают. Правда, я не все цветы знаю. Например, вот что это, текома какая-то, не знаю. Не знаю, если вы знаете, что это за цветы. Какая-то странная семечка. Кампсис, тоже бонус. Пишите обязательно мне об этом. Предсказание. Вот это да. Ну, сейчас мы посмотрим, что это за предсказание. Это тоже адениум. Мимозочка, мимозочка. Вот такая красота. И кактусы. Надо же, кактусы. Мне кажется, ничего у меня из этого кактуса не вырастет. Одна семечка. Если бы 25, я бы еще поняла, может, что-то и взошло. Набор семян. Вот такой вот. Они, эти наборы там идут с картинками, как вы видите. Так, давайте посмотрим предсказания. Очень интересно. Красиво свернутая бумажечка. Что-то там должно быть для меня. И упорство и выдержка помогут вам преодолеть препятствия. На пути к счастью. Ну, тут уж, как говорится, ничего не попишешь, так и есть. Я замочила семена неопознанных летающих растений. Вот так они у меня сутки полежали. Теперь я хочу их посадить. Надеюсь, что они отмокли хорошенько и готовы прорастать. Соответственно, вот в эти стаканчики я их буду сажать. И обязательно наклеечки перенесу тоже, потому что, ну, явно я не запомню, какое семечко в каком стаканчике находится. Сильно заглублять не буду. Вот это вот мусипусечное семечко очень похоже на семечку земляники, которая очень долго у меня прорастала. Посмотрим, может, кактус быстрее прорастет, а может, и не прорастет совсем. Этикеточку обязательно с датой посева. Вот так вот. И продолжаю процесс посадки красивых, бесподобных, неопознанных растений.
Прошло 5 недель с посадки семечек различных, которые шли мне бонусом. И вырос только вот один кампсис. Что с ним делать потом, я не знаю. Выглядит он странно, как трава. Может, это не кампсис, а просто трава выросла. Но факт остается фактом. Выросло только в одном горшочке. Кто у нас еще сидит? Сидит у нас шифлера. Шифлера сидит. Ничего не видно там. Дальше, кто у нас еще сидит? Эхинококтус. Тоже непонятно, будет ли что-то из него. Сколько месяцев они прорастают, я не знаю. Текома какая-то. Какая-то текома, что за растение, вообще понятия не имею. Алоэ. Варигатное алоэ. Я хотела его, но хотеть мало. Надо еще прорастить как-то. Тоже нету ничего. И последний. Мимоза. Мимоза вроде как должна хорошо прорастать, но вот как-то нету ее. Нету, не видно. Ну, тоже вроде как 2 месяца, что ли, она прорастает. Поливаю, стоит под лампой. Но ничего. Грунт не мокрый, он влажный. Потому что там как бы корней нету, листьев нету. Ращу вот какую-то траву вместо кампсиса. Ну, в общем, не знаю я. Вот такие семечки для того, кто в них не разбирается. Есть ли у вас такие растения? Может быть, я очень лоханулась и тут совсем неправильно все это посадила. Напишите мне, мне будет интересно. А то, может быть, зря я все свои силы и время трачу на эту братью. Надо выкинуть и все, и ничего не вырастет. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши лайки. Буду рада информации.